Когда и кому можно давать? Записывайтесь ко мне на консультацию, и я вам расскажу. Девочки, чтобы понять, можно ли дать этому парню, вам нужно посмотреть на его отношения. Если он заботится о вас, проявляет к вам интерес, инициативу, делает действия в направлении вас, делится с вами своими ресурсами, отдает вам свое время, свое внимание, то этот мужчина всего скорее уже влюблен в вас. Значит, уже можно. Я думаю, тут добавить даже нечего. Все рассказала. Все, есть, отдает ресурсы, за тобой бегает, скачет, прыгает, да. Все к твоим ногам. Ну уж ладно, таким дадим. А это вот называется настоящая проституция. Нет, серьезно. То есть женщина готова себя продать. Вот если она видит, что человек готов купить ее, значит, окажем услуги. А если не готов купить, то... Ты не зарабатывай на ее услуги.